Привет всем! Сегодняшнее видео, я думаю, будет полезным для многих. И для похудения, и для иммунной системы, от простудных заболеваний, для суставов, для нашего организма. Конечно, нужно не превышать дозировку. Куркуму я беру вот такую маленькую ложечку. И беру просто вот эту маленькую ложечку. Видите, вот такую вот малюсенькую ложечку. Это не чайная ложечка. Затем корица. Корица тоже очень полезна. Вот, тоже небольшую ложечку, так, без горочки. Ну, вот такая. Теперь имбирь. Все эти ингредиенты очень полезны для нашего организма. Вот, имбирь тоже такую же ложечку. Цитрон. Я беру пол цитрона, то есть пол лимона. Нужен сок лимона, добавляем сок лимона. Сюда же теперь добавляем одну чайную ложечку вот такую вот меда. У нас густой мед. И сюда теперь добавляем воду. Может быть, не каждому понравится этот вкус, но зато это очень полезный коктейль. Перемешиваем хорошенечко. Вот этот коктейль я выпиваю перед сном, то есть выпиваю и иду ложиться спать. Причем, если кто-то еще хочет похудеть, хороший коктейль для снижения веса. Попробуйте. Я так вот употребляю неделю, потом делаю перерыв и опять повторяю. То есть не нужно его все время употреблять, этот коктейль, а иногда можно пить этот коктейль. Вот, например, куркума. Это вот в первую очередь артрит, астма, кишечные расстройства и другие заболевания. Может нормализовать пищеварение, стимулирует выработку желчи и активного расщепления жиров. В общем, очень полезный ингредиент. Цимт, то есть корица. В нем очень много витаминов, минералов и дубильных веществ. Есть эфирные масла. Укрепляет иммунитет, снижает кровяное давление и нормализует уровень холестерина. Главная польза имбиря – противовоспалительном, стимулирующем и противорвотном эффекте. Так вот. Способствует улучшению состояния при простудах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, воспалениях, повышает работоспособность. Очень-очень помогает, поверьте мне. И снижает также вот эти все ингредиенты, которые вот я вам показала, еще мед. Помогает снизить вес. Худеем, оздоравливаемся, укрепляем иммунитет и всем крепкого здоровья. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всем пока. До следующего видео.